Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о нескольких правилах при обучении собаки ходить в туалет на улице. В процессе приучения собаки к туалету в идеале вам нужно выводить питомца на улицу каждый раз, когда он захочет справить нужду. Существуют как стандартные ситуации, так и спонтанные моменты, о которых щенок постарается вам сигнализировать. Чем быстрее вы научитесь понимать собачьи намеки, тем раньше четверолапый друг перестанет пачкать полы и ковры. Во время совместного времяпровождения с питомцем на улице вы приглядываете за ним и, соответственно, знаете, сделал ли он свои дела перед возвращением домой. Вы можете поощрять собаку за ее поход в туалет на улице, чтобы она поняла, что такие действия с ее стороны являются правильными. Заранее подготовьте для домашнего любимца лакомства. Их можно спрятать в карман, куртки, брюк или сумку. Удостоверьтесь, что угощения действительно хороши на собачий вкус. Найдите определенное место около дома, где вы бы хотели, чтобы собака ходила в туалет. Если сначала вы будете приводить щенка в один и тот же уголок, то со временем он сам будет прибегать туда. Когда вы придете в выбранную локацию, остановитесь и ждите, пока собака не начнет делать свои дела. Это должно быть достаточно ровное, но при этом укромное пространство. Главное, не смотреть на питомца пристально, пока он обнюхивает землю и пристреливается. Животное может принять прямой взгляд за ваше желание пообщаться или поиграть, поэтому не приступит к делу. Если же зрительный контакт уже состоялся и пес заинтересован вами либо манящим запахом из вашего кармана, просто посмотрите куда-нибудь в сторону, скрестив руки на груди. Питомец быстро потеряет к вам интерес и вернется к изучению места для туалета. Многие дают питомцу вкусное поощрение, когда он уже сходил в туалет и подбежал обратно к ним. Но в его представлениях он получил награду за то, что подошел к хозяину. Награда должна быть получена безотлагательно, а значит, первое время вам придется постоянно находиться рядом с собакой на улице, не отходя от нее. В некоторых случаях именно момент выдачи лакомства определяет, приучится ли щенок к туалету на улице. Будьте терпеливы, не наказывайте собаку за промахи. Ошибки случаются абсолютно у всех. Анализируйте, что пошло не так, и старайтесь избегать подобных ситуаций в будущем. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.